Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, как невыход пены из пистолета. В чем это выразилось? Значит, пена идет после встряски баллона. Пена идет на протяжении где-то, ну, по заполняемости я не скажу, потому что разные отверстия, ну, примерно полминуты. После этого надо очистить было, поскрести выходное отверстие, и опять продолжало идти, но опять около минуты. Вот. Решил, что пистолет забит, и решил его раскрутить, почистить. Вот, значит, как я это делал, если вдруг кому-то пригодится такой лантух, как я первый раз разбирал. Значит, открутил часть приемщика баллона, вот эту, ключом на 19. Дальше открутил здесь, с этой стороны, с тыльной, для блокирования выхода, для регулировки напора выхода, находится такой, как вентиль. Вот, он откручивается до конца, и вынимаем оттуда, вентиль снимаем, пружинка надета, вынимаем ее, и осторожно внутри, дабы не потерять, находится еще такой вот подшипничек. Вот. Значит, это сняли, эту часть сняли. Дальше мы раскручиваем. Вот есть такой болтогайка, я ее называю. Тоже откручиваем ключиком на 8. Я ее открутил. Откручиваем ее до упора, пока не снимается. Все, она свободно ходит. Достаем оттуда, из канала ствола, достаем металлическую спицу. Достаем ее. Вот мы ее достали. То есть это вот окончание, оно закрывает выходное отверстие. Это болтик тоже, гайка-болт, не теряем. Дальше, что я хотел еще открутить, вот на окончании тоже есть такой, на выходном, как бы с резьбой, я так понимаю, внутри, ибо на нем грани стояли для ключа на 9. Ключа на 9 у меня нашлось, взял разводной ключик. Но разводной не справлялся, прокручивался, взял пассатижи, тоже ничего не получилось. Короче, грани практически слезались. Но в этом ничего страшного есть, ибо когда мы все открутили, мы смотрим на свет в это отверстие и видим там солнце, свет в конце тоннеля. Это хорошо. То есть, в принципе, этот откручивать нам, ну, нужно, конечно, для того, чтобы лучше прочистить ствол. Но если не получилось, то ничего страшного, все и так хорошо. Очищается все внутри обычным растворителем. Все отлично очищается, отмывается. Вот. Отмывается, очищается. Но внутри никаких засоров я не нашел. Решил на забивку пистолета, потому что он у меня стоял где-то около с пеной где-то месяца 3. Простоял с накрученной пеной. Вот, но это тоже ничего страшного, по идее, потому что так можно. Ничего страшного в этом не случится. Вот, но по ходу дела в пене. Вот, потому что при выходе иногда проскакивали такие пена светлая, светло-желтого цвета, да, но проскакивали такие темно-желтого, как будто на солнце стояла, долго стоит пена, вот такой оттенок был. Иногда моментами выскакивало, поэтому я так понял после разборки пистолета, что дело все-таки в пене. Пену я взял по скидке, видно, скидка была не зря, потому что баллон еще дополнительно полный.
дополнительно полный или половину полный, как заговорился. Вот, поэтому смотрите внимательнее, когда берете пену по скидке. Спасибо, до свидания.